Ребята, снова всем привет! Вы на канале Тимич. Сегодня мы будет видео про PUBG. Сегодня будет тема видео, как поменять эту персонажа в PUBG. Погнали! Для начала вам надо войти в инвентарь. Имею в виду, что я играю в простой PUBG. PUBG Mobile. Не Lite или как-то. Light. Вот. И вот написано сменить персонажа. Это у нас нажимаем вот это вот все. У меня есть только Виктор. Вот. А внизу еще написано вид. И две стрелочки. Входим и меняем. И меняем вид. Давайте с вами поменяю вид. Это все происходит за монету. Давайте я вот таким вот буду. Что бы там такое сделать клево? Клевое. Давайте вот это вот. Вот это вот. Здесь также можно поменять цвет. Я выберу, ну не знаю, белый. Так, само лицо, где у нас можно выбрать. Здравствуйте. Нет, ну нет. Я выберу этого. Он клёвый. Так, здесь можно выбрать. Да всё. Ладно, вот. Текущая цена 50 монет. У меня их очень много. Здесь также можно выбрать мужчина или женщину. И вот такие вот на вариант. Ой, почему у меня черный? Я выбирал вот этого. Вот, так. Ну и все. Ок, ок. Видите, всего 1050, а есть 4 миллиона, по-моему. 2352. Вот, приобрести. Все. И посмотрите. Вот. А, всем пока. Ну, конечно же, всем пока. Вы были на канале Тимичу. И сейчас я вам рассказал, как поменять вид в PUBG Mobile. Не Light. Или там что, Lit. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и не забывайте, конечно же, делиться моими видео с друзьями и родственниками. Всем пока!